Дорогие друзья, уважаемые осеры, в этом сложном 2019 году произошло многое. Наших русских талантов рестриктали, скоры обнуляли. Сам Дин Пеппи Херберт агрессировал против наших русских игроков и мапперов, не давая им шанса. Нас душили многие, и этот год стал показательным. Он показал то, что мы можем противостоять этому. Да, пока что наши игроки недостаточно сильны, чтобы победить United States of America в OSU World Cup. Но это лишь дело времени. В 2020 году я желаю для нашего комьюнити только лучшего. Чтобы нас прекратили душить, чтобы мы наконец-то показали наше влияние на ОСУ киберспортивной сцене и унизили Америку на ОСУ World Cup. Также я желаю, чтобы битмап-номинаторы перестали душить русских мапперов и не номинировать их карты, которые априори лучшие в мире. Это был трудный год, но я желаю, чтобы следующий запомнился нам как год, когда OSU Community СНГ показала всем то, что оно лучшее. С Новым годом, друзья! С новым 2020 годом! Поздравляю все СНГ Community с наступающим Новым годом. Надеюсь, этот год будет для вас самым лучшим. Всем привет! До Нового года осталось всего ничего, а потому я хочу поздравить OSU СНГ Community с наступающим 2020 годом. С Новым годом, ребята! Всем привет! В этом году у нас очень задался хороший год. Мы постарались всем комьюнити показать, что наши игроки могут играть очень хорошо. Так что, ребята, давайте в следующем году еще раз так повторим, как сможем. И никогда не забывайте это время, как вы проводите комьюнити. Запомните его навсегда. Всех с наступающим Новым годом. Здравствуйте! Йоу! С вами команда ОВЦ ОСУ 2019! Йоу! А в ней есть я, Талала. Талала, Фолон, капитан. И я, Адель. И мы поздравляем всех осеров 2020 наступающим годом. Всех? Все, даже все, даже тебя, называть, даже тебя, даже тебя. В общем, мы им желаем всем больше ПП, больше хороших карт. Да. Больше, Аден, что ты им желаешь? Больше ПП. Еще раз больше ПП. Главное это ПП все-таки. Главное это все-таки ПП. В общем, чтоб Пеппи не двигал вам ноты всем. Чтобы мамка вам не мешала покашить карты. Да. Чтобы вы ей не мешали ночью. И чтобы вы ей не мешали спать ночью. Поздравляем всех с 2020 наступающим годом. Ура! Ура!